Предлагаю посетить канал Андрея Кувшинова. Он показывает, как сделать самостоятельно ремонт, диагностику, активацию дополнительных функций автомобиля. Рассказывает о достоинствах и недостатках каждой марки в деталях. Переходите на канал Андрея Кувшинова. Ссылка на его канал в описании. Дмитрий Дюжев опроверг слухи о наркозависимости. Всем привет, с вами канал «Интересно». Звезда театра и кино 39-летний Дмитрий Дюжев назвал травлей и клеветой информацию о употреблении им запрещенных препаратов. Свое заявление актер опубликовал в Инстаграме. «Дорогие мои, сегодня в новостях вышла очередная клевета на меня. Травля продолжается. А бороться с ветряной мельницей бесполезно. Прости, Господи. Написали, что я болен или употребляю кокаин. Это неправда. Я прекрасно себя чувствую. Хожу в спортзал. Пожалуйста, будьте осторожны. Вокруг много негатива. Давайте сохраним себя в любви и чистоте». 12 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что Дюжев якобы употребляет запрещенные препараты. К такому выводу пользователи пришли, посмотрев викторину «Клевер» ВКонтакте, посвященную Дню космонавтики, которую проводил актер. По их мнению, Дмитрий вел себя неадекватно, путался в словах, делал длинные паузы и странно почесывал нос. В социальных сетях тут же появилось огромное количество мемов, которые намекали на его наркозависимость. Сегодня в игру «Клевер» пригласили ведущим Дюжева «Космоса». Он опоздал на 1.5 часа, тер нос и читал одни и те же вопросы по 2 раза. 57 лет назад был первый в космосе, а сегодня был космос под первым, написал один из пользователей. Походу назревает скандал. Дюжев и впрямь был не в себе. Его часто перекрывали картинами, а на фоне в этот момент было слышно, что он пьет воду и вытирает нос салфетками, прокомментировал другой. А как вы считаете, дорогие друзья, почему Дюжев был таким эмоциональным? Прокомментируйте данную ситуацию.